Всем привет! Началось! Я обмундировался, поэтому долго не было. Я уже, в принципе, забыл, как одеваться надо. И я покажу, что случилось. Кое-кто на Фейсбуке, может, уже видел. Но интервенцию я не показывал. Сегодня 2 июня, я в комбинезоне и прямой эфир. Ненормально в июне напяривать бронежилет. Обычно, как вы помните, в июле... Сейчас вам покажу. Так, надо все положить, потому что я в прямом эфире. Так, кто не видел меня, всем привет. А это неплохая штуковина. Сейчас попробую развернуть экран. И вам показать. А гнездо, оно там. Неплохой мяч чего-то. Потом измерим. Ну, сначала надо установить лестницу. Старость, не радость. Постараюсь не сбить гнездо. А в гнезде красивые рабочие шершни. В общем, все, что надо. Постараюсь не сломать себе запястье. А должен вам сказать, что этот год... Вообще, я видел всего лишь за всю жизнь один раз такой год. В июне месяце были большие гнезда. Большие. Тогда было 18 июня, и гнездо было как два баскетбольных мяча. А тут, что вам сказать? Ну, посмотрите сами. Посмотрите на кроссовок. Их много, и рабочие красивые. Все вкалывают. Неплохой футбольный мяч. Хотя нет, не футбольный мяч. Я вообще в спорте не разбираюсь. А теперь замочим гнездо и посмотрим, что там будет. Все, сделано. А второй пшик я сделал для прикола. И, безусловно, посмотрим на состояние галеток. О, первая атака. Какое впечатление. Маленькая и честная атака. Но впечатляет. Это ведь моя первая атака в сезоне. А теперь посмотрим, что происходит внутри. О, а эти до сих пор работают. Когда внезапно к ним подходишь, некоторые ничего не замечают. Как вы знаете, я любопытен, поэтому вскрываем. Ах, черт возьми, яд в глаза попал. Не надел очки. Виктор, я знаю, что ты сейчас сказал. Но не говори вслух, что я болван. Так, что там с галетами? Неплохо. Хорошо построенное гнездо. Ну, уже все. Никакого риска нету. И вот, что перед нами. Хорошие галеты. Полностью я ковырять не буду, чтобы остался яд и заблудшие шершни прикоснулись к нему. Только эту галетку возьму. Посмотрите сюда. Хорошая кладка. А вот здесь что? Через пару дней это гнездо увеличилось бы в два раза. Без проблем. А все это готово уже было вылупиться. И это насекомые, которые бы работали, хорошая погода, и размер гнезда увеличивался бы. А теперь все урегулировано. Вуаля-вуаля. Официально сезон азиатского шершня начался. И все хорошо. Ну, как минимум для азиатского шершня, но не для экосистемы. И что? Ну, теперь до следующего номера, хорошего настроения. У меня чуйка, что это будет здоровый и мощный год. И будьте осторожны. Да, да, это целлулоза. И да, это первичное гнездо. Это не гнездо, которое куда-то переехало. А для меня первичное или не первичное... О, еще одна атака. Для меня первичное, не первичное гнездо. Я очень редко вижу заброшенные первичные гнезда. Обычно там кто-то находится. Хотя это и вопрос для дебатов.
Ладно, а в гнезде, в таком гнезде может быть 200-300 шершней без проблем. А для июня это очень много. На этом я всем желаю хорошей пятницы и хороших выходных. И до следующего номера. А что касается вас, то будьте осторожны, потому что опасность уже рядом. Обычно в такое время бывает королева и несколько рабочих. Ладно, все, до следующего. А кто оставил свой фургон открытый? Конечно, Этьен. Короче, чао, бай. Thank you.